В США осуществлено покушение на боксера Флойда Мейвезера. В результате происшествия охранник боксера был ранен в ногу. Его доставили в мемориальную больницу Гриди. Сам Флойд Мейвезер не пострадал. В Атланте утром в понедельник, 9 апреля, было совершено покушение на боксера Флойда Мейвезера, в результате чего был ранен его охранник. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Эджик. Так, кортеж боксера из трех машин направлялся в отель Intercontinental Buckhead. К нему подъехал автомобиль, из окна которого неизвестный выстрелил в одну из машин кортежа. Охранник боксера был ранен в ногу. Его доставили в мемориальную больницу Гриди. Состояние оценивается как стабильное. По данным полиции, Мейвезер находился в одном из автомобилей кортежа и не был ранен. После выстрела кортеж боксера быстро скрылся с места происшествия, но автомобиль стрелка следовал за ним некоторое время, говорится в сообщении. Ранее американский супертяжеловес Дэвид Родригес подвергся нападению неизвестных лиц, использовавших холодное оружие. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.